Hello, my friends and my followers. Like, I just met this Russian woman, and she's a Russian journalist. And it was really cool to meet her because we were talking about our experience of other countries and other cultures as well. And I'm just really curious about what she's doing, and I also want to speak some Russian with her. That would be cool and also improve. So could you tell something about what you're doing? You're a journalist, like, what kind of journalist? I'm a universal journalist because I have experience working on with radio stations, the TV channels, and for newspapers. Okay. I was writing articles about different kind of things, about different organizations. And like, what are you doing now? Like, in now this time of your life? Like, here I am like a tourist, as I think everybody. I visited already this place, but I like it very much. And we met some relatives from my boyfriend who lives in Poland. That's why we are here now to show them. They are from Australia. Yeah. So we show them nice place with a lot of males, of course, that is the famous thing in Holland. Yeah, it's really nice there. So now just a short interview with you. We will do that in Russian. Что вы думаете о Голландии? Тебе нравится это место? Yes, I like it very much because I'm here already for 9 years. So if I don't like Holland, I couldn't be here. Ты говоришь по-русски? Вы говорите по-русски? Я говорю по-русски хорошо, естественно, очень хорошо. И я могу объяснить, что я люблю очень Голландию. Я люблю культуру Голландии, я люблю людей, они очень открытые, приветливые. И всегда интересно встретить новых друзей. Очень красиво здесь. Мне очень нравится. Я хочу поехать в Россию тоже, потому что у меня есть друзья в России. Но я говорю по-русски немножко, потому что я научился русскому две недели. Я хочу сказать, что он говорит по-русски просто прекрасно. А, поэтому спасибо. Он не должен вообще бояться. Если он приедет в Россию, он может объяснить элементарные вещи, спасибо, когда он сестра. Будет обращаться с людьми. Yeah. Поэтому никаких проблем не будет возникать. Потому что английский может быть, кстати, проблема, потому что не все я говорю, люди говорят там. В городе, например, если ты приедешь в Санкт-Петербург или другой город, может быть, ты не встретишь людей, которые говорят по-русски. Правда, среди молодых людей их больше. Молодец. Мне очень нравится, я говорю китайский тоже. То много китайцев здесь не говорят по-английски, но я говорю по-русски чуть-чуть, но я говорю китайский хорошо, мне очень нравится. Он знает очень много языков, очень поэтому приятно, я думаю, что не будет проблем ни с каким языком. Спасибо.